В администрации города состоялось очередное заседание Думы Асбестовского городского округа. Подробности в следующем сюжете. Одним из первых был вопрос о награждении почетной грамотой Думы Асбестовского городского округа. За высокий вклад в развитие промышленности асбеста в честь профессионального праздника Дня строителя единогласным решением депутатов почетной грамотой Думы Асбестовского городского округа удостоен коллектив открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» в лице генерального директора Юрия Козлова. Кроме того, почетной грамотой Думы за создание качественных условий для отдыха и оздоровления детей, а также в связи с 75-летием образования учреждения, решено наградить коллектив детского оздоровительного лагеря «Заря» в лице директора Ирины Аристовой. Всего на повестке дня перед депутатами стояло рассмотрение 13 вопросов. В их числе утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2030 годы. Данный документ вызвал у депутатов много вопросов, поскольку эта программа долгосрочная. К рассмотрению и внесению изменений в нее депутаты вернутся еще не раз. Также на заседании Думы был утвержден график приема граждан депутатами и решено направить главу Асбестовского городского округа Андрея Холзакова представлять наш город в Совете представительных органов местного самоуправления.